Никаких торчащих во все стороны досок и уж тем более огромных дыр под ногами. Люди, что ежедневно ходят по мосту через протоку Кана, говорят, сложно поверить, но это реальность. Долгое время им приходилось постоянно сталкиваться с чередой преград, которые из себя представляла старая переправа. Того и гляди, можно было подвернуть ногу или вообще провалиться. Теперь же пешеходная дорожка, наконец, стала безопасной. По сравнению с тем, что было, отлично, потому что вообще не пройти было. Доски вот так вот все переломанные были. Ну, хороший мостик, только там дальше, что провал такой внизу, как бы страшно, голова начинает кружиться. А так все хорошо. Опробовали новый мост и велосипедисты. Говорят, сравнивать его с предыдущим нет смысла, так как на тот заехать даже и не пытались. Предпочтительней была обочина, да и безопасней, несмотря на постоянный поток автомобилей. Конечно, небольшие нарекания прозвучали и в сторону этой переправы, однако в целом она всех устроила. Подъезд крутоват, заезд. А так нормально. Но это не все. Не меньшая радость ожидает людей, которые пройдутся по мосту через протоку в ночное время, так как весь участок протяженностью 500 метров осветили. Теперь от самого начала и до самого конца здесь стоят 16 новых светодиодных светильников. Все никак не могли собраться сделать этот участок. И наконец-то в этом году свершилось. Мы этот участок сделали, администрация выдала нам задание, посчитали, прикинули. И вот теперь этот участок освещен. В последнее время мы сейчас стараемся ставить светодиодные светильники, которые энергосберегающие, ну, с улучшенными характеристиками, потребляют намного меньше электроэнергии, ну и освещение дают намного больше. Всего на ремонт моста было выделено 4 миллиона рублей. К благоустройству переправы приступили в начале этого лета и завершили его согласно плану к концу текущего месяца. Добавив новые светильники, порадуют также и жителей частного сектора. Всего планируется установить около 100 уличных фонарей в самых малоосвещенных частях по жалобам горожан. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.